Всем привет, с вами я Чертырок, и сегодня я продолжаю свою передачу «Далекие миры» в игре Майнкрафт. Это уже шестая часть, во время записи видео я забыл, какая это часть. Ну, короче, суть не в этом. Пролетели мы уже, как видели, 24 километра так, да? То есть в Майнкрафте это километр. Итак, стартовали мы неудачно. Ну, бывает. Плохо, но бывает. Короче, игра я уже на версии, как вы видите, 1.8.1. То есть уже есть мод на самолеты, на карту. All items. Это не читерство, а как бы упрощает жизнь и игру, особенно то, что я делаю, да, то есть если я там буду крафтить этот самолет, то мне там сколько надо железа и остального, то есть это для программы не очень так хорошо. Для тех, кто не знает, короче, вышел уже пререлиз 1.9. Скоро также будет официальный релиз игры в октябре 11 ноября, по-моему, короче. Взяли такую дату, да, то есть 11-11-11. Короче, ночь, как мы знаем, приколист, вечно там фишки всякие делает. Ну, в общем, одна из этих фишек, собственно, вот такая дата. Поиграв в 1.9, увидел, короче, из нового только кувшинки на болотах, ну, болотистую траву, да, там было такое. Не увидел я поселений, даже в 1.8 их не нашел. Вот, сами видите, да, то есть я летаю сколько и не нахожу. Также при пролете я непонятным образом очутился, в общем, получается, очень длинный океан, речка, не знаю, что это. То есть уже видите, оно началось. Так будет очень долго. Аж до 45 километров. Ну и там не кончается. То есть мир Майнкрафта непредсказуемый благодаря его генератору миру, да. В 1.8, кстати, также появилась возможность играть на классическом режиме, то есть мобы, все остальное, да, инвентарь, тот же самый, как бы, all items, только меньше вещей, собственно, и, короче, мобы вам ничего не делают, вы не тонете, но если вы разобьетесь, точнее, пропадете в пропасть, то вы, короче, умрете. Это единственный недочет, мы, наверное, специально сделали, да, то есть, чтобы не мудрили там, да. Вот мы видим карту. То есть, как обычно, это Zen's Minimap я использую, она мне очень нравится, функциональная, красивая. А, самолет называется мод Plans Mod. Если что, там на YouTube надо, кому-то будет, скину и ссылку, или уже готовый клиент с текстурами даже. Только с текстурами фишка в том, когда добавляешь дополнительные ингредиенты, да, вот там самолеты, например. Короче, текстурки слазят. Кстати, в 1.9 добавили, короче, из адского камня там лестницу, забор. Короче, бред вообще полный. Такое ощущение, что как бы это круто. Лучше бы, да, там алмазный. Вообще алмаз бы сделали. Ну, было бы больше пользы там. Сделали бы кулинарию ту же, да, там алхимию. Собственно, не только чтобы крафтить там что-то получать. Ну, кулинария как бы есть, да. То есть, ну, там, еду пожарить, да, там все такое. Итак, вы видите, уже 40.
чем-то там, короче, километра у нас по-прежнему водичка. Кстати, открыл новые способности самолета. По-моему, в предыдущих версиях такого нельзя было делать. Короче, под водой плавает. Обычно он там заглох. Точнее, глох. А тут как бы можно использовать в качестве подводной лодки. То есть мы иногда будем опускаться на дно, дабы рассмотреть дно, так как наверху вода, как бы Кэп намекает, да, смотреть на одну и ту же воду неинтересно. Ну да, там где-то медузки, он прикольно так, короче, выстраивается. Также нравится в 1.8, точнее наполовину нравится. Это вам не нужен хавчик, то есть чтобы хавать и здоровье пополнять. Если у вас полный прогресс-бар вот этих ножек Буша, да, так скажем, то есть у вас здоровье само восстанавливается. И вот такое все. Конечно, было бы проще играть на креативном режиме, там бы я не умер, да. Лететь бы можно было днем и ночью, там бы никто не помешал нам. Одновременно не получилось бы, да. Было бы неплохо лететь и блоки сбивать одновременно. Кстати, самолет что-то стал не сильно управляемым. То есть раньше эта же марка была очень маневренной. Ну да ладно. Сочтем на версию 1.8. Мод долго делали. Автору мода, короче, респект вообще большой. С модом легко познавать мини Майнкрафт. А вот представьте, вы бы 40 километров в Майнкрафте, там, пешкарусом или на лодке. Ляньте на медузу. О, вообще жесткий фейл. Ну вот представьте, вы бы пешком, короче, шли. Вам бы, наверное, надоело уже там, через пару дней. Вы бы сдались. Я не сдаюсь. Кстати, я делаю новый проект, строю Boeing 747. Ну да, конечно, двигатель не рабочий, но ночью приличный вид имеет, я вам скажу. Жалко еще, что круглого в Майнкрафте ничего нету. Это очень плохо. То есть там какие-то желейные медузы там или что-то такое. Они как бы овальные, точнее закругленные у них фигуры, да. Это видео про халфу, если кто смотрел, не смотрели, опять же просите, ссылку дам. Вообще в комментах, короче, кому что надо, пишите, я без проблем сделаю, если время будет. Сейчас, короче, просто учеба. Учим сейчас 3 курса, за 1 курс проходим, вообще, короче, накладно. Так что такие дела. Итак, рассмотрим дно. Это видео не сильно большое, не сильно маленькое, да, то есть сейчас просто будет жесткий фейл. Вы этого не увидите потом, но мне надо будет опять преодолевать 58 километров заново. Я не сохранялся, точнее я сохранялся, но после смерти игра сама сохраняет вас, и вы появляетесь, короче, на точке спавна, то есть либо кровать, либо вообще самая первая точка. Это печально. Вот видите, у меня уже жизнь отнимается. В общем, до скорого, мои фаны, с вами был Черторок, до скорого.